Вопрос о том, поступать или не поступать в высшее учебное заведение, у многих 11-классников сегодня даже не стоит. Для того, чтобы претендовать на достойное место под солнцем, иметь вузовский диплом просто необходимо. Первым шагом на пути его получения являются вступительные экзамены, подготовиться к которым помогает репетиционное тестирование. Второй этап репетиционного тестирования начнется у нас 15 января и закончится 26 февраля. То есть за вот этот период можно будет пройти репетиционное тестирование, соответственно, в Бресте и по Брестской области. Те ребята, которые, в общем-то, желают переехать в Брест, они переезжают сюда, в технический университет, например, да, и либо проходят по месту проживания. Начиная с 15 января пройти необходимый предмет можно в пунктах проведения репетиционного тестирования. Как правило, этот этап принимают вузы области, а также в отдельные дни специалисты регионального центра тестирования выезжают в районы. Пройдя предварительную регистрацию, абитуриент приезжает в пункт проведения испытания, находит себя в списках и ровно в 11:00 приступает к решению задания. Пройдя три этапа, абитуриент правильно заполняет бланки ответов, не ошибается, соответственно, так скажем, каких-то данных, например, серии, номер паспорта, не забывает свой личный код для того, чтобы узнать потом результат. Ну и опять же, повторюсь, в большинстве тех, кто пройдет три этапа, они, в общем-то, набирают хорошие оценки, хорошие баллы уже на централизованном тестировании. Ну и к концу второго этапа, также традиционно, как и на первом этапе, абитуриент получит тест в электронном виде с разбором ошибок. Его можно будет увидеть на сайте Республиканского института контроля знаний, оттуда его скачать и, соответственно, еще раз, может быть, проработать уже где-то с репетиторами, с учителями, либо самостоятельно. Учебные предметы и графики проведения второго этапа можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний, а также на электронном ресурсе регионального центра тестирования. Создать свое успешное будущее можно уже сегодня.